Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про євроінтеграцію України і, зокрема, Миколаївщини. З акцентом на економічну євроінтеграцію. На тому, наскільки стає відкритішим для миколаївських і українських бізнесменів європейський ринок, чи може він стати відкритішим без додаткових наших старань. Про те, наскільки успішно ми в Україні і на Миколаївщині, наші бізнесмени, впроваджують європейські стандарти, ті, без яких просуватися в Європу шансів небагато. Ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47 74 72. Працюватимемо в ефірі ще приблизно 25 хвилин, може трошки менше. А наш сьогоднішній гість – Володимир Євсєєв, наш частий, постійний, можна сказати, економічний експерт, директор регіонального фонду підтримки підприємництва Миколаївської області. Добрий вечір. Вітаю вас. Про те, що можна телефонувати, я вже сказав. Ну, кілька цифр можна для початку сказати. Не все так начебто погано, хоча ну, можемо потім по масштабах і пройтися. За останні 5 років експорт товарів і послуг до країн Європейського товариства збільшився на 8,3%. За 17-й рік Миколаївщина безпосередньо експортувала товарів і послуг до країн Європи на 349 мільйонів доларів США. При цьому все одно зберігається у нас позитивний баланс, сальдо зовнішньоекономічне, тобто імпортуємо ми, завозимо ну, на 263 мільйони, ну, на 80 із гаком менше завозимо, ніж експортуємо до Європи. А інша річ, що експортуємо ми, і ви про це знаєте, і, напевно, наші глядачі, здебільшого сировину або продукцію мінімальної переробки. Від чого тут варто нам, в принципі, почати танцювати? Від психології наших виробників, від бар'єрів, які існують на європейському ринку, чи від економічних загальних можливостей держави, не знаю? Невозможно тільки від чого-то одного. Це все має рішатися в комплексі. Я приведу такий примір, коли грузинський ринок експорту Боржоми остановил возможность продавать свою продукцию на северо-восток, там началась маленькая паника. Что делать с таким количеством, потому что основной потребитель был на севере. Вместе с тем, правильными совместными действиями и деловых людей, и государства, буквально спустя полгода торговая марка Боржоми начала продаваться практически во всем мире. Поэтому, конечно же, один из важных, может быть, даже самый первостепенный фактор в выведении нашей продукции на зарубежные рынки, в частности Евросоюза, это поддержка государства. Что она делает, в каком объеме, это, может быть, наверное, тема достаточно большой передачи, и надо пригласить чиновников, которые бы более детально на эту тему говорили. Но со стороны самого Евросоюза достаточно немало есть посылов для того, чтобы наладить не просто партнерские, а абсолютно нормальные деловые отношения, взаимовыгодные между Европейским Союзом и нашими товаропроизводителями. И здесь мы говорим не только о сырье. Один из прекрасных примеров – это то, что вот есть программа GIZ, программа Министерства экономики Германии и Министерства экономики Украины. Этой программе почти что 10 лет. Эта программа направлена на стажировки менеджеров и топ-менеджеров предприятий украинских на территории Германии в предприятия, которые профильные для наших деловых людей. Причем настолько профили расширяются, что если раньше это было там, больше машиностроения, то теперь это и сельское хозяйство, теперь это и медицина, и аутсорсинг. И вы знаете, в определенной степени немного обидно, что мы могли бы вот с нашей области посылать 10 специалистов в год, ну я условно говорю, а посылаем 5. И не потому, что мы технически не можем, мы в состоянии обработать такое количество. Не идут сами деловые люди, не идут те, для кого это было бы невероятно полезно. И вот здесь возникает вот уже то, о чем вы сказали второе, менталитет.
ментальность, насколько мы готовы к этому. Потому что те наши выпускники, которые вернулись из Европы по этой программе, они возвращаются с горящими глазами, они возвращаются с потенциальными новыми контрактами, с идеями, которые они реализовывают. Они переходят на принципиально другой уровень производства, сферы услуг. Они у них изменился менталитет за этот месяц, потому что они были внутри производственной машины Германии. А производственная машина Германии, наверное, одна из самых мощнейших в мире. Це та програма, за якою всі повертаються. Однозначно. Дело в том, что туда... Потому что є можливості все ж таки. Ми ще цього торкнемося. Это же едут не студенты, это не едут не там, политики или случайные какие-нибудь люди. Едут конкретные деловые люди, у которых есть свой бизнес, и поэтому, естественно, не возвращаются обратно, потому что им есть что терять. Они едут туда для того, чтобы получить эти знания. Поэтому вот такая, это одна из многих программ. Я могу много говорить о других программах, о том же самом Erasmus, о других программах, но они больше направлены на науку. Но удивительно, что, наш менталитет все-таки недостаточно открыт для европейского сообщества и не столько проявляется желание со стороны наших с вами соплеменников, сколько проявляют, допустим, те же самые африканцы или жители Азии, которые в большом количестве пользуются подобными возможностями перенимать лучший опыт Европейского Союза. Ви задали про Грузію, і я також мушу згадати, роки два, здається, тому, ми з вами, до речі, разом були на цьому заході, презентація можливостей і, зокрема, туристичного потенціалу Республіки Аджарія, да, грузинської. Це було дуже красиво. Да. Відеоролик чудовий, яскравий, просто захотілося, мабуть, всім, хто да. був у залі туди поїхати. Після цього наша презентація. Текстова, кілька, можливо, слайдів, з року в рік там трошки цифри тільки. Можливість не лише про щось дізнатися, а можливість себе певним чином показати, заявити про себе. Наскільки це важливо у справі виходу на європейський ринок? Ну, это невероятно важно, и вот продолжение вот этой темы с Аджарией, ведь и до этой поездки, и после нее наши представители выезжали туда. И дело в том, что аджарцы добились этой презентации того, что они хотели. К ним пришли инвестора, причем наши, николаевские инвестора, которые приобретали там недвижимость, которые приобретали там апартаменты. То есть, по сути дела, вот подобные презентации, качественно подготовленные, они работают. И они работают во всем мире. Вопрос заключается в том, что их нужно делать. На секундочку вас перебью. Вы сказали, что туда пришли инвесторы. А я думал, куда же инвестуют с Миколаевщины 794 тысячи долларов за минулий рік. Можливо, це кудись в Аджарії, в Грузії інвестували. Тут просто невідомо, куди саме, але загалом зовнішні інвестиції на минулий рік... Поэтому, само собой разумеется, понятие, с одной стороны, действительно, в Европе нас особенно никто не ждет, потому что у Европы есть все. Когда-то мы жили в Греции, есть все. На самом деле, в Европе есть все. И придумать какой-то продукт или какую-то услугу, которая там не хватает, можно, но это сложные процессы. Будет время, мы отдельно на эту тему поговорим. А вот прийти уже с тем рынком, который присутствует у нас, ну, допустим, там рынок туристических услуг нашего Черноморского побережья или наших уникальных районов там, северной части Днепра, там, каньонов, порогов и тому подобное. Но для этого же надо готовить уникальные презентации, раздаточный материал. Люди, которые говорят, поедут туда, должны говорить на как минимум английском языке. Говорить хорошо, показывать это все. И потом, когда уже приедут туристы, начнем будувати там инфраструктуру. И понимаете, и поездка эта должна быть не одна, это не разовое мероприятие. Это действительно так называемый роуд-шоу. И это стоит очень немало денег. Вот вопрос опять-таки в том, за счет кого это делать? Мы четко понимаем, неоднократно общаясь с руководством баз отдыха и в Очакове, и в Луговом, и в Рыбаковке, и в Коблево, они упакованы сейчас полностью. То есть, слава Богу, так сложились обстоятельства, что туризм развивается не потому, что он переходит в новое качество, а потому что просто большее количество сюда едет наших соплеменников. Так сложились обстоятельства после оккупации Крыма.
и после того, как часть Азовского моря стала проблемной зоной. И вот на основании этого нет интереса у местных туроператоров, которые размещают, принимают отдыхающих, ехать искать новые рынки, приезжайте к нам из Венгрии, из Румынии, приезжайте к нам из Чехии, из Словакии. Конечно, это должна быть, как минимум, наверное, областная программа, если не государственная. Областная программа, которая бы могла бы профинансировать производство соответствующего материала, она есть. И я видел, как представители нашего туристического направления принимали участие в выставках и в Киеве, и во Львове. Ну, сказать, что это на четверочку, наверное, нет. Наверное, можно было бы, но опять-таки упирается в средства. И я прекрасно понимаю тех экспертов, 12-бальная шкала, которые принимают решение о том, что мы будем финансировать в том или ином объеме, и думают, не появится ли потом вот в депутатском корпусе разговор о разбазаривании денег. Потому что лучше было править бы на дороге. Я сегодня так уж получается, что был на комиссии, где обсуждали вот перспективы ремонта дорог в Николаевской области. Ну, понимаете, невозможно оторвать от одного из статей бюджета, направить на другую и закрыть дороги. Ну, это невозможно. То есть на самом-то деле и ремонт дорог, и ремонт тротуаров, и возрождение судостроения, и прочие вещи, они долгоиграющие, но они, даже если все это сделать, они не привлекут нас в Европу. На самом-то деле европейские ценности, европейских партнеров и как инвесторов можно привлекать даже в сложившихся условиях. И это пример того, что Европейский банк реконструкции и развития, который специально был создан много лет назад для того, чтобы развивать экономику такой страны, как Украина, они работают сейчас в Николаевской области активно, есть консультационный центр, и они работают не только с крупным бизнесом, потому что у них минимальная планка 1 миллион евро в кредитовании, но они работают и с малым, и средним бизнесом, в том числе по грантовым программам. Вдумайтесь, банк дает гранты на, в том числе и на маркетинговые стратегии разработки продвижения своего собственного продукта на европейский рынок. Бери, делай и двигайся дальше. И вот здесь вот тоже очень хотелось бы, чтобы, ну, как минимум в 10 раз больше было желающих воспользоваться такой возможностью. Ну, может быть, мы только в начале этого пути, потому что мы в прошлом году провели 4 таких конференции ЕБРРовские в Николаеве, в этом году уже 3, и вот на выдане еще несколько, вот в июне будет 2 конференции, причем я хотел бы отметить, что Европа заинтересована все-таки в партнерстве с Украиной, но очень осторожно. Вот по заказу Европейского банка реконструкции и развития 6 и 7 числа, сначала в Николаеве, потом в Одессе, этим можно гордиться, у нас сначала, а потом у них, проводится конференция по созданию кластера сервиса малых судов. И этот кластер практически может объединить предприятия, начиная от проектировщиков, заканчивая тех, кто ремонтирует, тех, кто строит марины, то есть стоянки, и так далее, и так далее, и так далее. В том числе и туроператоры. И Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в создании подобного кластера. Я навіть догадую, чому спочатку в Миколаєві все ж таки. Да, совершенно верно. И вот буквально на днях, по-моему, вчера или позавчера, крупная европейская конференция Maritime, которая проводится ежегодно в конце мая месяца, предложила нам, что они в том числе будут, дадут как бы свой зонтичный бренд на эту конференцию и включат нас в реестр европейских конференций, посвященных развитию морской индустрии. Сказать, что это приятно, это ничего не сказать. Это действительно гордость того, что мы это сделали, и на карте мероприятий, которые будут проводиться вот в рамках европейской программы Maritime, вдруг всплывет в Николае, буквально вот со дня на день. И опять-таки, это шаг европейского сообщества для того, чтобы сказать, ребята, вы нам мы не равнодушны к вам, но делайте какие-то шаги взаимные. І тоді буде відповідний результат. Необхідно згадати про регіональний інноваційний хаб, теж, в принципі, продукт співпраці з європейськими структурами, і, у свою чергу, він дає можливість
Расскажите. Совершенно верно. Ну, вы знаете, вот в Европе невероятно ценят последовательность действий. То есть можно одеть хороший костюм, можно выучить английский или немецкий язык, можно приехать с интересным образцом, но результата не будет. По той простой причине, что они действительно обращают внимание на историю твою, а что ты делал последовательно. Ну и вот действительно благодаря инициативе областной администрации мы смогли сделать так, что последовательность наших действий по развитию малого и среднего бизнеса на территории Николаевской области привела к тому, что подав заявку на по секторальному финансированию проекта Евросоюза, поддержка вот такая, мы с большой радостью, можно сказать, мы выиграли этот грант. И причем из 500 поданных заявок выиграли 24, по-моему, или 25. А среди... По всей Украине. По всей Украине совершенно. А вот из этих 25 наша заняла первое место по инновационности. Безусловно, это большая гордость, что вот в Европейском Союзе оценили наши желания действительно работать на международном рынке. Потому что сама по себе идея Ринохаба заключается в том, что мы будем способствовать генерации международно востребованных, ну, на экономических рынках идей, которые будут в дальнейшем ограняться в этом кластере в проекты, проходить инкубацию, акселерацию, и потом эти проекты будут выноситься как на внутриукраинские биржи стартапов, но и на международные биржи так называемого народного инвестирования, которые, ну, некоторым из нас известны как краудфандинговые площадки, такие известные площадки, как Kickstarter, Indiegogo, а также другие финансовые институты, используя сегодняшние технологии блокчейн, так называемые ICO, которые позволяют нашим николаевским предпринимателям, и не только предпринимателям, благодаря тому, что они смогут создать креативную, востребованную идею, выйти на европейские международные рынки. И Евросоюз дает финансирование на 3 года для того, чтобы эта программа была реализована. И они рассчитывают, что она будет реализована. И у нас есть действительно примеры, вот, допустим, до Ринохаба есть примеры успеха и украинских, и николаевских. Я хочу отметить, что уникальная разработка – это проект «Кубомания», который ученые с Киево-Могилянской академии дошли такие вот за 1,5 года самостоятельных попыток, привели к тому, что они сейчас вышли на такое международное инвестирование. Ну, а один из тех проектов, которым сейчас Ринохаб занимается, это создание сети инновационной инклюзии в новых украинских школах. Этот проект уже включен в стратегию развития Николаевской области 2020. И мы рассчитываем на то, что уже в этом году мы увидим вот первые такие ростки уникального совмещение возможностей нашей местной науки и возможности вот этих технологий переноса вот этих вот знаний и способностей на международные рынки, то есть чтобы они могли подняться и работали наравне с европейскими своими партнерами. Здесь нет ничего предосудительного, потому что вот вы спрашиваете, чего не хватает в Европе, там не хватает инновационных идей, как и во всем мире. То есть на самом-то деле так сложилось, что за вот это десятилетие это стало самым востребованным, ну не знаю, бизнесом, да, самой востребованной темой в мире. Придумай то, чего нет. Придумай то, что купят кто-то другие. И вот на этом рынке как раз наши мужчины и женщины, молодые и не очень молодые, благодаря вот этой технологии, которая будет у нас реализована, благодаря Ринохабу, который будет финансироваться Европейским Союзом, они получат такую реальную возможность. Ви сьогодні згадали про можливість стажування в Німеччині для підприємців, а я знаю, ми з вами про це раніше говорили, про можливості навіть для студентів миколаївських, для того, щоб постажуватися по своїй професії, дізнатися, як працює бізнес в європейських країнах. Ну, тут, зрозуміло, ми стаємо на хитки еліт, тому що серед них, напевно, багато бажаючих не повертатися. Це окрема велика тема. Можливо, все ж таки рано ще сподіватися, що можливості економічні, фінансові в Україні, в тій же Німеччині, наприклад, людина зможе
вірно обирати, і буде приблизно рівно. Тим не менш, які є можливості для студентів і, ну, все ж таки, які шанси, що вони повертатимуться звідти да. туди? Спочатку на можливостях, потім о шансах, вероятності того, що вони будуть повертатися сюди. На прошлой неділі в рамках програми Team Europe мы провели в библиотеке Гумарёва имени Гумарёва конференцию, на которых вот мы пригласили ведущих специалистов из Киева, из Одессы, из Львова, людей, которые не понаслышке знают, что такое международное стажирование, которые действительно этим занимаются благодаря самым разным продуктам, в том числе и Erasmus'у. И вы знаете, широчайший диапазон для бакалавров, для магистров, для аспирантов, для докторов наук. Только идите, только стучитесь, и вам откроют. И причем это же все за деньги Евросоюза. Это реально работающе. Но в определенной степени обидно, что мы рассчитывали на 150 человек в зале, мы подготовили полноценный зал, было очень здорово, а пришла почти что половина. То есть 75 человек. О чем это говорит? Наверное, в определенной неуверенности в самом себе. Может быть, еще что-то сыграло. Дачи. Для студентов дачи. Но, отвечая на ваш вопрос о возвращении обратно, так вот как раз инновационный кластер InnoHub и создается для того, чтобы у каждого из этих ребят, которые поехали туда на стажировку, самореализоваться тут. Увидев там, что, боже мой, какой это уникальный мир, какой это потрясающий рынок, было понимание, что если вернется сюда, то попав в этот акселератор, он получит реальную возможность стать обеспеченным человеком и выйти на мировой рынок. Это абсолютно реальная технология. Майже на рівні жарту, і тим не менш, от прямі інвестиції, так званий акціонерний капітал з країн світу в економіку області Миколаївщини за минулий рік склали 213,5 мільйонів доларів США. Із них найбільше традиційно, і я так думаю, що це не тільки Миколаївщини стосується, 96,9 мільйонів 900 тисяч доларів надійшло з Кіпру. Я думаю, що це, мабуть, тенденція по всій Україні і совершенно верно. Найбагатші. Так, це вже достатньо стара тенденція. Так було вже, наверное, где-то почти что лет 10. То есть сначала деньги виводяться сюди олігархами, вот, а потім вони заводяться сюди, вот, для того, щоб. Ну, це теж певною мірою євроінтеграція. Понимаете, тут же складывается очень простой нюанс. Не во все эти украденные деньги можно вложить там, потому что там существуют серьезные барьеры, огромные ограничения, и ты должен доказать, что это легальные деньги. Поэтому намного проще их вернуть сюда и инвестировать в какое-то сооружение, здание, там, в какое-то строительство, в какую-то технологию, чтобы она работала здесь. Конечно же, это хорошо, что они сюда возвращаются, но какая это часть из тех денег, которые были выведены? Десятая, сотая, как это посчитать? У нас хвилинка залишається. Якщо можна, хоча б тезисно, основне, чи можна вже простежити, що чимось Україна і Миколаївщина виграла від євроінтеграційного курсу? Чи ще все попереду? Я однозначно вважаю, що многое очень впереди. Более того, ми практично ще нічого не зробили. То есть на самом-то деле и проекты Европейского банка реконструкции и развития, и проекты вот Team Europe, и многие другие, о которых мы не успели сегодня поговорить, они только на начальной стадии. Потому что, к сожалению, первыми в локомотиве этого движения были западные области Украины. Потом, когда случилась война, то началась определенная поддержка вот, прифронтовых территорий. Сейчас уже очередь пришла и к нам. Я думаю, что у нас впереди будет очень много интересных событий, интересных перспектив. И если у нас получится встретиться через год, то вот эти цифры и наш рассказ будут намного интереснее и динамичнее. Я вам дуже дякую. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі. Спасибо, всего доброго.